совместно с компанией Volvo нами был выигран тендер на поставку автоцистерн для компании «Роснефть». Несколько подразделений заказали цистерны различной конфигурации, и этот проект в настоящий момент успешно реализован. Это надстройки, которые изготовлены конкретно под задачи каждого филиала компании «Роснефть», расположенные в разных регионах нашей страны, начиная от Дальнего Востока, заканчивая югом. Все бензовозы, которые производятся на нашем предприятии, проходят через ультразвуковую диагностику сварочных швов и через калибровочный стенд, где по шкале вымеряют объем каждого отсека. Благодаря этому все бензовозы соответствуют мировым стандартам эксплуатации и безопасности. Цистерны представлены объемами от 14 до 22 кубов в различном исполнении по стороне слива, налево либо направо, в различном исполнении по разбивке по отсекам и в строгом соответствии со стандартами компании «Роснефть». Цистерна установлена на шасси без надрамника через эластичные элементы крепления, что полностью соответствует требованиям компании Volvo, кузовостроителя. Машина оснащена задней противоподкатной защитой, боковой защитой, всеми системами безопасности, которые требуются при перевозке опасных грузов. Основной акцент нами делается на том, чтобы надстройка была максимально легкой, максимально надежной и обеспечивала высокий коэффициент выхода на линию данного транспортного средства. На сегодняшний день порядка 300 единиц автоцистерн на шасси автомобиля Volvo поставлены во все филиалы компании «Роснефть» и успешно трудятся в данный момент.